В Таразе произошел несчастный случай. 20 сентября в районе 10 часов вечера на проспекте Абая между улицами Толиби и Казыбекби погиб молодой парень. Альфия Мингазова расскажет подробнее. Вчера вечером центральная улица города была перекрыта. Огромная толпа людей, скорые и патрульные машины. По словам очевидцев, компания друзей в это время просто гуляла. По неизвестным причинам молодой человек из другой компании напал на погибшего, ударил парня, после чего он упал и при падении ударился головой. Его друзья сразу же вызвали скорую помощь и полицию. Молодому человеку было всего 16 лет. В этом году он только поступил в колледж. А полицию кто вызвал? Полиция, девчонки. Девчонки вызвали, которые мимо проходили, или его подружки? Подружки. Его подружки? Да, подружки. И все, да? Все, один штук ударишь. Все, один штук ударишь. И это они убежали? Что? Да, все, убежали сразу. Сразу убежали, никто не узнает. Примерно полиция через сколько времени приехала? Через быстро? Нет. Через сколько? 20 минут. 20 минут. Да. А скорая? В УВД город Тараз поступило сообщение о том, что возле остановки Касвасват по проспекту Абая был избит 16-летний юноша. Значит, до прибытия бригады 103 он скончался на месте происшествия. Полиции подтвердили данный факт. По нему правоохранительными органами проводится досудебное расследование. По статье 106 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан ведутся оперативные розыскные мероприятия. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Дело находится под контролем ДВД. Альфия Мингазова, Санат Аралбек, 77 News.